Так, ну что же, всем привет, ребята. Сегодня мне пришла очередная посылка уже не с Китая, а с Беларуси. В самой привлекательной цене, даже дешевле, чем на Алиэкспресс, я купил. Стоит 65 рублей Powerbank Xiaomi на 20 тысяч миллиампер. Как видно, объявленная ценность 71 рублей 50 копеек, это с доставкой. И, ну и плюс 2 рубля за наложенный платеж. Сейчас тогда, наверное, я ее распакую и посмотрим, что там имеется. Так, ну что же, начнем. Вскроем эту посылочку от Белпочты. Пришла она буквально мне за 2 дня. Сама быстро. Обычно идут посылки 3-4 дня, а это буквально за 2 дня. Так, и что в посылочке? В посылочке у нас идет, и в общем, вот такой пауэрбанк. Вот так он выглядит. Сейчас, как его открыть? Его, наверное, можно, наверное, как-то вот руками или нет. Все-таки надо будет, наверное, да, его каким-то образом перевязать. Сейчас я тогда эту процедуру проделаю. Да. Запаковано так герметично. Самое, что мне вот прельщает, то цена очень хорошая такая. Была везде в магазинах белорусских 80 рублей. Вот буквально, как мне сообщил менеджер, что закупки из Китая стали меньше ценой. Так, вот. И это оригинальный. Вот. Я там уже покупал вот эту камеру и вот этот пауэрбанк, который у меня затек водой. Вот такой вот классный пауэрбанчик. Считаем, кому интересно. Вот так, вот так. Опа, и вот он, как он. Ой, еще и здесь есть много чего. Вот. Так, это обычная зарядочка, вот такая, ну и, собственно, на китайском языке и, только на китайском. Вот такое, такая бумаженция, отложим его тоже. Так, что здесь еще? Здесь есть штрих-код, где можно отследить, он оригинальный, не оригинальный. Так, и что еще? Вот, сравню я с этим, с моим, со старым. Как видно, он по длине выше. Откроем. Ну, что сказать. Примерно одинаково весят. Хотя мне кажется, вот этот будет легче. Хотя он и больше, но вроде бы он легче. Ну, примерно одинаковое. Он более такого белого цвета, нежели вот мой старый. И здесь такая вот поверхность. Ну, в принципе, да, наверное. Не то чтобы нет, не одинаковая поверхность. Здесь поверхность более такая скользкая. Здесь более шероховатая в моем старом пауэрбанке. Так. В общем, кому интересно, смотрим, ставим на паузу. Да, ожидал я, думал, он будет такой самый, однако, как видно, да, вот он чуть-чуть подлиннее. По ширине то же самое. В общем, вот такой пауэрбанчик. Ссылочку я дам в описании на этот пауэрбанк. Ну, или зайдите на сайт www.xiaomi-story.by. Там очень самые вот привлекательные цены. И вот функция быстрой зарядки. Наверное, скорее всего, я еще прикуплю себе, это ближе к весне уже, даже где-то в мае, я прикуплю себе еще такой пауэрбанчик. Я считаю, что два пауэрбанка это нужно именно для таких дальних путешествий. Мне хватало вот этого пауэрбанка на 5 дней, не более того, чтобы зарядить, к примеру, ту же самую камеру, что еще я заряжал, телефон, ну и все вроде бы. На 5 дней хватает, если экономить. Как бы я так использовал по полной все эти свои девайсы. В общем, так, на это, наверное, все, да. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Покупаем, потому что самое вот дешевое это изделие дешевле, чем в Китае стоит.
Оригинал, кстати, да. Ну все, всем пока.